Губернатор призвал работодателей ответственно отнестись к здоровью сотрудников. Сергей Жвачкин на аппаратном совещании в администрации Томской области поручил отраслевым заместителям организовать должный контроль за соблюдением режима ограничений в связи с распространением COVID-19. В пятницу наш штаб принял решение рекомендовать работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Конечно, это рекомендация, а не приказ. Но от того, насколько ответственно работодатели отнесутся к выполнению этой просьбы власти, зависит здоровье людей. Всем вместе нам нужно выиграть время у эпидемии, остановить распространение инфекции, разгрузить медучреждения, сберечь не только людей, но и экономику предприятий, чтобы никто не потерял возможность работать и зарабатывать. Рассчитываю, что те руководители, у которых есть возможность отпустить часть людей работать из дома, нас услышат. Глава региона также поручил своим заместителям совместно с правоохранительными органами не снижать контроль за соблюдением обязательного масочного режима на транспорте, в магазинах и других общественных местах.